Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Евангелие от Иоанна 10:9. Христос сказал, что Он есть дверь в страну Отца Небесного. И размышляю я теперь, как дверь войти чудесную. В ту дверь, что к вечности ведет, за ней прекрасно, радостно. Как отворить? Кто ключ дает? Ответьте мне, пожалуйста. Вопрос, конечно, непростой. Давай искать решение. Поищем ключ. А ну, постой, сейчас решим сомнения. Смотри, дружок мой, вот ключи перед тобой устроятся. Каким из них, пойди спроси, на небо дверь откроется. Все мы сделались как нечестивый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Исайя 64:6. Я праведность через дела, я много раз пыталась, но дверь открыть все ж не смогла, хоть как бы ни старалась. Виновны все перед Отцом, и пусть прекрасны лица, украшение дел венцом, но в плоти грех гнездится. Сердца людей черны, как ночь, запачкана одежда. Нет, не могу тебе помочь, пуста твоя надежда. Каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Иеремия 31:30. Я называюсь, милый друг, родительскую веру. Мне не порвать порочный круг, есть множество примеров. Когда в смирении отцы надеждой и верой жили, и дети были суверенцы, лукавому служили. Никто не сможет передать спасение по наследству. Не стоит даже ожидать, что мной откроешь дверцу. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Матфей 7:21. Достойно похвалы вполне. Я церкви посещения, но, к сожалению, и во мне ты не найдешь решения. Не все ходящие сюда войдут небес обителей. С собой лишь я никогда не приведу к Спасителю. Как трудному, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Марка 10:24-25. Я велико в людских глазах, зовут меня богатство, и мыслят многие сердца войти в Божие царство. Но это только злая ложь, я в том должно признаться, что мною дверь не отомкнешь, не стоит и пытаться. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8-9. Ну а я в служение в церкви, я поездна и вас жду, но спасения от смерти быть, увы, мне не дано. Так бывает, что заботы прочь уводят от креста. Гляди, стоит за мною ключ, пойди его повей, но тебя, дружок, не скрою, не открыть мне подвей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Я единственный на свете, в небо двери отворю, мною взрослые и дети попадают к алтарю, жертвую зовусь Христову за грехи и зло людей, воскрешаю жизни новой, избавляю от скорбей. В город привожу чудесный, в золотой Иерусалим. Там Отец живет небесный, там от горя ты храним. Поспеши, дружок, скорее, в небо двери отвори. Там Христос тебя согреет, там ты будешь вечно жить. Слава Богу, что открыл мне небеса, дал спасение дорогу, показал мне чудеса.
Вот я маленький молчонка, но пред Господом стою, и с друзьями громко-громко Иисусу песню пою.